Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Доброе утречко. Приветище. Это что это за чел? Игра так называется. И мы сюда вернулись, и я разочаровался. Ты прикинь, дело в том, что тут нет сохранения. Постоянно начинаешь с самого начала. Ворон прилетел на мой двор. А ну иди, что ты тут делаешь? Пошел. Ой, я на ворона залез. Я чуть не улетел вместе с ним. Круто. Здрасте. Упс, здрасте. Ты говорил в комментариях, что нафига ты этот мусор выкидывал, надо было его продать. Так сейчас смотри, берем, короче, мусор и посмотрим, сколько он стоит. Отчет? Отправить. Нифига себе, сколько мусор стоит. Приличненько. Ладно, хорошо. Сейчас вкидываем туда весь мусор. Вот так вот, ты посмотри, навалил тут кучу мусора. Сейчас это все сразу мы с тобой продадим. О, здесь смотри сколько, здесь еще больше дали. В каждом пакете что-то есть ценное. Прикинь, вот так вот в будущем можно будет мусор продавать. Это ж богачом можно стать. И чем больше я мусор продаю, тем оно дороже стоит. Очешуенно. Ты посмотри, у меня было сколько? 3,6 коина. А теперь 4,7. На единичку коинса поднялся, прикинь. Ну-ка, пойдем к соседу за мусором. А, закрыто, я забыл. Так, соседушка у нас отдыхает дома в квартире. Сейчас тырим у него мусор. Господи, чем я занимаюсь? Вообще я мусор тырю. Вот так, забираем. Быстренько валим, чтобы нас не спалили. Так, надо будет потом к другим соседям забежать за мусором. Последняя упаковочка. Что-то он мало наел. Я только в квартиру заехал, у меня в два раза больше мусора было. Так, а ну вали отсюда. Ну-ка, соседский мусор сколько стоит? Что-то как-то дешмана. Не-не, у меня по 245 продавалось. Ты чё? 5 коинов мы с тобой подняли. Так, пойдем в магаз, подожди. Надо только двери закрыть сперва. А то воришка же не дремлет. Вот так. Покупаем, конечно, майнинговую машину. Сейчас ее доставят. Где мой почтальон? Я не понял. Она что, сама там появилась? Она реально просто в коробке появилась, ты прикинь. Как мне ее достать теперь? О, вот так вот. У нас здесь есть, короче, вот такой вот файлик доказательства. Смотри, здесь нужно я бы проходить, авторизироваться. Короче, это какой-то сайт, на который мы можем с тобой залезть. Здесь есть где-то у меня... Проходить, вот, смотри, проходить. И здесь у нас пароль. Я бы пароль... Фиг разберешь, что там за пароль. По-моему, BR3VC. Давай попробуем ввести. BR3VC. 3VC. 3C. А пароль у нас... P58FC. P58FC. Авторизироваться. Вы вошли, нифига себе. Собранные доказательства. После того, как вы соберете все улики, вы можете начать расследование. Сотрудники полиции проведут рейд на подозреваемого. То есть я на своего соседа собираю доказательства. Ай-яй-яй. Так, сосед, он что-то печален ходит. Какой-то очень печальный. Попробуем его обойти аккуратненько. Вот так вот. Надеюсь, он нас не услышит. Открываем гаражик. Ой, ему вообще пофиг. Забегаем сюда. Так, улики, улики, ищем улики. Какие улики нам только нужны? Нам нужно проникнуть в запертую дверь. Мы помним с тобой. Так, тут у нас есть фонарик. Фонарик мы заберем. Шкафчики. Там есть что-нибудь? Нет, нифига нет. О, лифт. О, ну-ка давай попробуем. Упс. Сосед там где-то ходит рядышком. Но мы зашли в лифт. Сейчас поднимем. Нифига здесь этажей. Первый этаж. Пентхаус. Ранний доступ, закрытая зона. А, то есть игра еще в раннем доступе, и туда нельзя подняться, я понял. Пентхаус, а первый, цокольный этаж и ранний доступ закрытый. Давай на цокольный этаж поедем, посмотрим, что у нас там. Лифт даже не до конца закрылся. Нифига себе. Добрый вечер. Здесь у нас офигенный замок, тебе необходим ключ. А это что такое? Хаммер, чтобы сломать стенку. Хаммер, кстати, я где-то видел. Видел Гетхаммер. Сейчас поднимемся на второй этаж. А, нет, на первый этаж. Поднимаемся. О, как потрясывает хорошо и знатно. Так. Хаммер где-то я видел. Вспомнить бы где. Смотри, что тут написано. Вы должны удалить орех. Это же кондиционер. Какой орех? Не шумим. Тихонечко пробираемся сюда здесь. Воу-в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 оу. Валим. Камера была. Беги! Все, сосед наш... Занимается там фитнесом. По-моему, он в Guitar Hero играет, не? Чё с тобой, товарищ? Чё ты делаешь? А, он крадется по своему дому? Странно, для чего он это делает? Он ходит как птеродактиль. Он даже не крадется, он птеродактиля изображает. О! В этой комнате у нас камера. Закрываем ее, чтоб не палиться.
поднимаемся на второй... О, а тут у нас что? Ванная. Ужасный у него туалет, смотрите. Что, он весь ржавый, обрызганный. Ну-ка, откроем, что там у него. Что я делаю вообще? Зачем я рассматриваю унитаз? Так, закрой. Закрой, не надо. Ты это видишь? Зеркало отображает улицу. Не помещение ванной комнаты, а улицу. Мэджик. Капец, я вон там вижу дом. Странно, очень странно. Так, выходим. Аккуратненько. Проходим на кухню. Что у него? Ноутбук. Сейчас заберем. Сейчас заберем. Пульт. Пульт. Забираем. Фонарик выкидываем, он нам нафиг не сдался. А ноутбук мы сможем продать. Ноутбук этот не могу взять. Блинский. Где камера висела? Я ее даже не заметил. Так. Он попался в капкан свой, ты посмотри. Ай-яй-яй, нафиг было ставить. Пополз, пополз куда-то. Шпион! Шпионить за своей квартирой! Где здесь камера? Камера где-то... Оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо! Он бежит? А мы сделаем вот так. О, он открыл! Он куда побежит? Он хотел что-то у меня кинуть, да? Опс, валим. Все, кажется, он не бежит за нами. Можем спокойненько забежать в домик. Так, вот эту дверь нам нужно открыть, по-любому там есть улики. Дверь закрываем, есть у него защелки? Нет, нету. Камера, где мы видели камеру? Где-то здесь должна быть камера, я слышал, она фоткала нас. Но вроде бы ее тут нет, не вижу. Значит, берем гитару. Я сыграть могу, что ли, на ней? Нифига себе, ты как-то здесь появился? Товарищ, я тут гитару рассматривал, я думал, я сейчас на ней поиграю, а ты тут хоп. Ой. Ой-о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 й. Так, набежишь на капкан свой? Круто ты бегаешь, товарищ. Он капкан просто отодвинул и все, ему по барабану. Ты че такой бессмертный? Так, 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 что еще взять? Плазму можно стащить? Нет, жалко, плазму нельзя стащить. В ящичках у него здесь проверяем все. Ничего нет, пусто. Пусто. Ключ. Мы нашли ключ в тумбочке. Ключ красный, значит он от красного замка. Логично? Логично. Вентилятор я бы тоже у него стырил. Да где камера-то стоит? Откуда? Где он меня? Как он меня палит? Ладно, пойдем пока продадим пульт и гитару. О, кстати, воришка бежит. Можно было бы его с пульта выключить. Видал? Я в него вошел и подпрыгнул. Вот это глюк. ТВ-пульт. 317 коинцев, неплохо. А гитарка? Как вот на ней сыграть? Я вот там вот вижу снизу ноты есть какие-то, но как сыграть на гитаре, я не понимаю. Ну же. Че за фигня? Мусор дороже даже стоил. Капец. Вон сосед у нас там спать лег. Ништяк, он спать лег. Бежим, значит, в его квартирку. Как хорошо, что у него двери всегда открыты. Просто это так замечательно. Главное не попасть... под камеру, которых я не вижу. Почему я не вижу камер? Вот что любопытно. Одежда валяется. Так, здесь мы уже все осмотрели, да, вроде бы? Поднимаемся на второй этаж. Вон камера, я ее вижу. Отлично, теперь я вижу эту камеру. Долбаная камера. Писсуар. Нифига себе, у него в квартире есть писсуар. Так, туалетную бумагу. Давай возьмем, попробуем ее продать. Посмотрим, сколько она стоит. Тут несколько рулонов даже есть. Возьмем две. У меня как раз нет туалетки. В шкафчиках у нас есть что-нибудь? Молот. О, вот тут вот. Вот он в шкафу, оказывается, был. Есть. Наконец-то молот есть. Карта. Прячемся скорее. Кажется, нас запалили. О-о-о-о. Прячься обратно. Тихо. Вот это меня пронесло. Так, забираем карту. Один рулон туалетной бумаги мы выкинули. Все. Спускаемся, нам нужен лифт. Лифт. Где он? Лифт где-то здесь был. Вот он. Все, спускаемся вниз. На цокольный этаж. Отлично. Все получилось. Добро пожаловать на цокольный этаж. Я здесь. Так, значит, ломаем. Не выкидываем, а ломаем. Персонаж. Так, отлично, мы снесли стенку. Это очень круто. Пробираемся сквозь эти валуны, берем лопату. Кровавая лопата сломанная.
Подожди, а что на карте нарисовано? На карте? Не вижу. Там просто, смотри, обведен дом. Дом, видимо, нашего соседа. Значит, блин, рулон туалетной бумаги выкидывать или нет, а? Так неохота. Подожди, а ключ, может, сюда подойдет, не? Как думаешь? Нет, не подойдет сюда. Ладно. Молот мы выкидываем, короче, сюда, в лифт. Будем знать, что он у нас тут. Берем лопатку. Пошли выкапывать то, что находится на заднем дворе. Ю-ху. Задний дворик где-то у нас. Вот я с лопатой. Копаем землю. О, гаечный ключ. В гробу гаечный ключ. Ладно, выкидываем лопату. Берем гаечный ключ. Пойдем. Туалетную бумагу продадим. Итак, как ты думаешь, сколько стоит туалетная бумага? Давай проверим. Если она будет стоить дороже, чем ноутбук, это будет капец. Ну да, ты посмотри, дороже, чем ноутбук. Что в этом мире не так? Что происходит? Кстати, а куда у меня деньги все уходят? Я что-то въехать не могу. Такое ощущение, что меня грабят. Хотя двери были закрыты. Короче, надо сигналку ставить. По-любому сигналку. Давай мы, короче, эту карту тоже продадим, а? Посмотрим, сколько нам за нее отвалят. О! Нифига, сколько нам за нее отвалили. Идем в магазин сразу. Блин, чуть-чуть на пистолет не хватило. Эх, ладно, поднакопим, не беда. Че у него в холодильнике? У нашего соседа. Пусто. Чем же он питается? Кстати, а что если мы возьмем и продадим капкан? Я только сейчас до этого додумался, потому что капкан, по-моему, стоит в магазине 1,9 коинсов. Ну-ка, ну-ка. Смотри, вот. Капкан 1,9 стоит. А если мы его продадим? Ну, это не серьезно. Так, значит, интересно, почему вот этот ноутбук мы не можем все-таки свистнуть, а? Кухню мы всю с тобой проверили, хотя нет, не все, откроем. Здесь вот еще шкафчики. Есть ли там что-нибудь секретное, тайное? Нет. Пусто. Пусто, ничего нету. Нигде ничего нету. Этот заберем. Мне чайник нужен в квартирку. Угу, угу. Черт подери. Какой скрытный сосед. Картину даже не можем свистнуть. Так, вон камера вижу. Теперь я камеры вижу. Наконец-то они появились. Так, так, так. В гараже, кстати, мы не проверили, смотри. А это что за кнопка такая красная? Что это торчит? А? Ладно, неважно. Открываем все тумбочки в гараже. Пусто, ничего нету. А, кстати, вот, для кондиционера же нужен ключ был. Отвинчиваем все это дело. Давай. Есть. Что ж там спрятано-то у нас? Ключик! А что за ключик? Какой-то обычный ключик. Может, от минус первого этажа? Или от замка от машины? Нет, сюда этот ключ не подходит. Поехали на минус первый этаж. Опа! И как ты думаешь, подойдет ключ? Открой замок. Подойдет! Что у нас тут? А у нас тут карточка. Выкидываем с тобой гаечный ключ сюда, где лопата. Может, это нам все пригодится еще в будущем. Вот здесь. Нет. Сюда нужен синий ключ. А карточку, в принципе, мы можем провести. Ага, все работает, все отлично. На втором этаже мы с тобой, по-моему, все проверили. О! Красный ключ. Открываем. Нифига себе, ты посмотри, что у нас тут. Ай, чешуеть. Ах ты, долбанный сатанист. Еще и череп есть. Ключ мы выкидываем. Этот ключ мы тоже выкидываем, они нам не нужны. Забираем кролика. Череп. Я думаю, это стоит от... Здесь еще один череп. О, мой гарбл. А что в шкафу? А в шкафу есть ящички. А в ящиках ничего. Блин. А, вот тут вот еще можно, смотри, пооткрывать. Наверняка что-нибудь тут есть. Что-нибудь же должно быть. Вижу, 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 вижу. Каркей. Ключ от машины. Зашибись. Все, выходим. Ух. Надо, короче, быстренько выбраться через гараж. Продать черепок и зайца. Куда лезешь, Бу! А ну, вали отсюда. Так, значит, вкидываем нашего зайчика. Сколько ты стоишь? 233. Ну, не густо. А череп? Ну, череп должен нормально стоить, это же череп, ё-моё. Дешевле, чем кролик. Как они вообще оценивают вещи? Кстати, у нас уже 4 коинса. Пойдем в магаз. Покупаем пистолет. И надо патрончики купить. У нас патрончиков, видимо, нет, да?
Ладно, сейчас проверим. Сейчас проверим, где мой пистолет. Пистолет? Где-то у нас. Я купил... А, он у нас... Конечно же. Доставочку надо проверить. А ну вали отсюда, блин, бандюга, да? Так, пистолет. Вон он лежит, я его вижу. Нифига себе пистолет, ты видел, какой он здоровый? О-о-о-о. У нас один патрон есть. Сосед? Да я проверю. Это, короче, не совсем пистолет, это электрошокер. Тут патроны летят так же, как я метаю мусор и коробки. Я просто сейчас впустую пульнул на асфальт электрошоковым снарядом. Чё за дичь, а? Капец. Так, у нас есть ключ от машины. Открываем, значит, замок. Что у нас тут? Ну, я ж могу открыть.